Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня у нас World of Tanks Blitz. Давненько не было этой игры у меня на канале. И, в общем-то, сейчас вы видите то, что... Ну, зачем я, в общем-то, гнался. Это прохождение ивента на из 2945 года. В общем-то, катнем, так сказать, несколько боев. Я думаю, где-то 3, наверное, боя катнем. Вот, немножечко расскажу по броне. Покажу, какая оборудка стоит у меня. Ну и, собственно говоря, и все. Собственно говоря, по виду, ну, 1000, я думаю, эмблем знают все. Единственный, ну, танк вообще хороший, в принципе. Единственный вопрос, почему вот получается вот это вот, так сказать, я честно не знаю, как, ну, не бензобак это... Вот это, скажем так, палка. Не знаю, честно, как называется. Почему она стоит, как бы, ну, не на своем месте. Хотя вот это, ну, нормально стоит. Не помню, честно, как называется. Вылетел из памяти. Также вам дается камуфляж Берлин. И давайте по характеристикам. 400 урона наносит из 2. Собственно говоря, перезарядка у него что-то там 12 секунд, 13. ДПМ 1876 единиц. Ну вот, время перезарядки 12.79. Бронебоями мы с вами пробиваем 175 мм брони, подкалиберными 217, осколочно-фугасными 61. Также фугасами можем нанести 500 единиц урона, подкалиберными 340 и бронебойными мы наносим 400. Также получается сведение 3 секунды, ну у меня они 5. Но это все можно, в принципе, улучшить. Собственно говоря, скорость у нас очень такая хорошая, то есть перезарядка, в принципе, на ИСах это, ну, это нормально. Несмотря на то, что она долгая, он, его хотя бы наделили скоростью, что, собственно говоря, хорошо. По оборудованию, ребят, поставил орудийный досыпатель, чтобы у нас было меньше время перезарядки, и также увеличился урон в минуту. Сделал доработанные модули, так как нас можно пробить, ну, башню в щеку, и также получается... ну, под башню, плюс, получается, можно пробить чуть выше гусениц, то есть если там целиться, можно туда попасть. И, собственно говоря, доработанные модули помогают, чтобы как бы такого, ну, не случалось. Радиус обзора, потому что, ну, в принципе, нам тут маскировка особо-то и не нужна. Усиленные приводы наводки, так как время сведения, ну, чрезвычайно долгое. Но, ну, даже если вы сведетесь до конца, прям точно снаряд у вас не полетит. Ну и, собственно говоря, поставил скорость поворота корпуса, чтобы у нас как бы он больше был. Да, мы можем, в принципе, подкрученные обороты двигателя поставить, но все-таки у нас со скоростью, в принципе, проблем нету. Тяга вооруженность достаточная. И, в принципе, а вот скорость поворота корпуса, это, конечно же, намного лучше. Ну и здесь, в принципе, усиленная броня тоже советую. Вот. Наверное. А нет, все тут улучшенная сборка, на самом деле, лучше. Я ее, наверное, сейчас-то и куплю. У меня... А, нет, не куплю, ребят. Мне 14 тысяч не хватает. Ну, в принципе, я так отнем. Те, кто думают, то, что... Ну, я... Напишите, кстати, да, в комментариях, кто... ну, у кого уже есть ИС-2. Сначала все думали то, что, ну, типа, премиум танк, на нем можно, в принципе, на самом деле, несмотря что говорят другие, но на нем можно немножечко пофармить серебра. У меня, собственно говоря, в основном только бронебойные, чтобы, ну, больше хотя бы шел заработок, мне, в принципе, бронебойных хватает. Вот. А так, в принципе, погнали. А, я забыл, ребят. У нас же начинается-то всегда с открытия контейнеров. Выпадает бустер кредитов, в принципе, и идем в бой. Так вот, можно все-таки на нем пофармиться. Также в рейтинговых неплохо можно катнуть. Ну и, в принципе, на этом, наверное, привилегии такие заканчиваются. Ну, в общем-то, как-то так. Сейчас посмотрим, как играется. Честно, мне на самом деле нравится он. Очень.
Ну, особенно, к примеру, он может 50 тысяч, ну, спокойно на, вам нафармить. То есть, как бы, ну, можно быстро миллион, скажем так, набрать. Так. Так. По пробитию, да, кстати, вот 8 уровень, если вы с девятками попадете. Нет, почему 8? Почему 8? 7. Если вы к восьмеркам попадете, то, скажем так, небольшие будут проблемы. Безусловно, некоторые танки могут вас не пробить, но большинство... Ну, короче, там тяжело будет с уровнем выше играть, поэтому вот. А так, с уровнем 6-7, да, в принципе, играйте спокойно, некоторые не пробивают. Ну, вот, конечно, КВ-2 это мощь, но, кстати, тоже иногда бывают промахи. Так что... А пока, собственно говоря, перезарядка идет, вы можете быстренько куда-нибудь отъехать, если знаете, что, как бы, ну, вам капец. Так, говорю, конечно, это сладко, но в теории, на самом деле, не так уж и легко. Пока, кстати, никого нету. Вот там есть. Сейчас мы их, так сказать, немножечко обойдем. Ой. Так, ага. Так. Как думаете? Ну, блин, промазал, конечно. Угу. Так, нас тут уже заметили. Так, и что? Он вообще на нас? А, он не на нас целится, окей. Тогда мы зайдем. Вот он непонятно. Так, вот 394, экипаж критический. Вот я просто вот не... Так, что он пытается сделать, непонятно. В принципе, вот так стоять. Минус гусеница. Я хотя, кстати, я в гусеницу не хотел. Ну, его сейчас комет, наверное, добьет. А может, все-таки... Ну, никто не... Я говорю, комет. Да, комет добил. Так, так, там сушечка. В принципе. Ну да. Я говорю, даже если вы сведетесь, не факт, что вы 100% туда попадете. Так. Ну, она сейчас... Блин, она назад Су-152 сгоняла бы. Надо, наверное, комету помочь. Потому что у него, я так понимаю... А, там КВ-2, ребят, стоит еще. Угу, я понял. Ну, окей. КВ-2. Так, сводимся. Вот как бы сводка этой... Ну да. Идеально. Так, на нас уже нацелено сухо. Вот, не пробил. В принципе, пожар. Окей. Давайте ее, так сказать. Так. Вот и все. Остался КВ-2. А, я один, ребята, кстати, остался. Понял. У меня сейчас, наверное, закружат. Так, надо с СОСом как-то кончить его. Ну да. Все слились. Посмотрим, что у нас по урону. Посмотрим сейчас... Сколько мы зафармили? Так. Ну, минус, кстати, это, мне кажется, сложно на самом деле уйти. Не знаю. Потому что все-таки нормально. 22 тысячи за проигрыш. В принципе, ну, как-то норм. Это, по крайней мере, лучше 8 тысяч, которые вы можете получить. Так, давайте еще, наверное, ну, два раза сыграем. Где? Вот. Погнали в бой. И сейчас... ну, в принципе, тигр первый... Ну да, с тигром первым, конечно, у нас небольшие будут проблемки, хотя мы можем его пробить рядом с башней в
Ну, короче, в башню мы можем пробить там рядом с дулом. Есть такое, скажем так, окошечко, куда может залететь снаряд. А так, в принципе, проблем таких жестких не должно возникнуть. Так, ну, конечно, да, дерево зря. Надо, конечно, назад уехать. Вот сюда. И, в принципе, тут можно стоять и грохать вот с остальным. Так, кто-то меня засветил, это очень... Так. Упал. Ой. Это я что-то не туда не увидел. Будет смешно, конечно, если опять. Так, ну в принципе, окей. Вот заодно броню, ребят, посмотрим. Вот видите, не пробивает. Ну я, собственно говоря, тоже. Вот, в башню целится. Не, ну если ты так хочешь. А, рикошет. Ага. Ну все, мне капец, походу, сейчас. Ладно. Один раз мы бессильно были. Но все-таки тут я зараковал на самом деле. Ладно, ждем, когда освободится ИС-2 наш. В общем-то, третий бой, тот мы проиграли. И сейчас, как вы можете увидеть, что 5, ну если вообще все ИСы посчитать, то 6 ИСов. Ну, один не русский, это китайский, по-моему, что ли. Не помню, честно. ИС-2 Берли в нашей команде трое. Перебор пояса, мне кажется. Ну да, это, конечно, жестко. ИС-2, вот там у него, походу, еще там кое-что там стоит по живучести. 6 ИСов на карте, я-то согласен. А там кто у нас? Е-25. Ну, мы, кстати, в конце списка, но... Тем не менее, в принципе-то... Неплохо, но, по крайней мере, лучше, конечно же, не отходить. Ну да, ИС-2 забрал у нас. Кто-то нас еще запалил. Там тоже ИС-2. ИС-2 еще один. Е-3-шкин. Так. И что же? Я думаю, надо вот того убрать. Если успею. Минус. Так. В принципе, норм. Если честно. Ну, в принципе, норм. Так, надо второй ИС-2 убрать. Он немного... мешается. Где он, собственно говоря? Может, ты отъедешь, родной? Все. Ой, там сушка нас ждет, оказывается. Куда ты пошла? Ну ладно. Сушка, иди сюда. Ну куда ты побежала, родная? Ты что? Так, так, так. Он уже нацелен на нас. Там у нас... Блин, а там КВ-3. Ой. Ой-ой-ой. Любой шестерский даже. Ладно. Минус. Немного ускоримся. И куда, 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 куда?
Родные! 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 Мне... Все, пацаны, капец. А, не пробил. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт. Ага. Не, все, капец. Вот сейчас будет. Вот повезло, повезло. Е-е-е, пацаны. Вот это было жестко. Я сейчас мог сдохнуть. Ну, либо он вообще в щеку, типа, ну, если довернуть щеку, можно не пробить. Вот. А, ну, блин. Нам еще аватар рыцарь выдали. Это очень-очень круто. Плюс один кейсик из... контейнер с воздуха, второе место, и мы нанесли 2314. Вы поняли. Так, в принципе, на этом, я думаю, можно завершать. А, давайте откроем контейнер. Контейнеры нужно открывать. Заодно посмотрим, какой выпал. У нас даже два контейнера получится. Это обычный. Кредиты. И у нас получается тут тоже обычный. Так, бустеры опыта экипажа. В принципе, ребят, на этом, я думаю, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор это не сделали. Пишите ваши крутые комментарии, также напишите, есть ли у вас из 2. А, ну да, как итог. В принципе, для новичка, ну, вроде как, вроде меня, у которого первый... это премиум, ну, премиума как бы нету, да, танков. Это довольно-таки хорошая машина. Типа, ну, в плане фарма, тут спорный, конечно, вопрос. Много так и не пофармишь особо. Его в основном, скажем так, берут для того, ну, так как редкий, легендарный, все, ну, легендарная машина, скажем так. Так, ну, лично мое мнение, мне вообще ИС-2 нравится. Он как-то, ну, не сказать, что так комфортный прям, но, в принципе... в просто освоение управления и так далее. В принципе, ребят, на этом все. Еще раз откроем контейнер. Нифига, 75 золота. Нормально, нормально. Ладно, ребят, всем пока.